Андрей, я когда готовился к эфиру, в Фейсбуке у себя там разместил ваш портрет и попросил вопросы мне накидать. Вопросы, я прям скажу, очень жесткие, все из людей вот достаточно, ну, непростых таких. Да. Вот, я вам после эфира все-таки скину ссылку, я эти вопросы задавать не буду, потому что просто времени нет. Ну да. Вот, ну вот задам только вот, вот последний. Марьяна Ефремова, это бывшая супруга барабанщика «Машины времени», спрашивает, если бы не его, ваши деньги, кем бы он стал в современной России? И смог лично он со своим авантюрным характером стать депутатом без денег и ласковых маев? Вот последний вопрос. Ну, Марьяночка, красота моя, я ее знаю, я очень уважаю, да, и вот ее, и просто... супруга ее. Я одно могу сказать. Вы понимаете, если бы я не стал руководителем группы «Ласковый май», так, то я работал уже заместителем председателя колхоза имени Свердлова. То есть вы бы стали председателем колхоза? Я бы был председателем колхоза и сидел бы спокойно. Поэтому вопросов-то нет. Вы меня убедили, что вы политик. Вы меня убедили, что вы политик. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».